это надо отличать. Ну, с вами не мешает, как собрать, а с ним брать выключить. Или сбоку нажмите. Чтоб не мешал. Было так и хорошо, что чуть как я балакаю. Что, ногу пошло, что тут? Тепло, холодно, мурашки, что? Нет, болят только вот эти части, которые вы дали. Просто болят и усну, аж бачишь, как тут, аж тоже такое что-то, бачишь? Угу. И на цій стороні. Короче, надо на ТО поїздити, на техобслуживание. На техобслуживание? Да, вообще надо на капремонт ставить, что тоже эти шарики все. Бачишь, вони, оце все разбивается, стає мягче, не проходят ці всі шарики. Це говорить о том, что тут хренові діла, если такі шарики. Ну, я. Угу. Не дуже хренові, но они не нужны. 40 год, це... Ноги назад отставляем еще, назад, вот так, вот. Щоб попустило тут інше. Не жорстко діли? Ні, нормально. А що, в руки, в ноги щось пішло? Ну, руки, как, знаете, такого, как... Ватнес? Онемение, так. Онемение? Обидві онемение. Ми ще до них не дійшли, а вони вже онемели. А от так, що? Тут вони, ну, больно. Чи ні? Ну, только со стороны желудка. Со стороны желудка, а где у нас сторона желудка? Він должен посередині бути, наверное. Угу. Нет, по бокам. По бокам желудок, да? Да. Что еще происходит? Все рассказываю. Руки онемели, в голову что-то идет. В шею, наверное. В шею идет? В холку. Что? Ком появился? В холку. А, в холку? А что в холке происходит? Не знаю, когда тут что-то. Давит? Угу. Уже плохо не стоит? Нет. Вот такая тетя опасная, уже давление подниматься. У меня? Больно. Ну, конечно, может поднимать. Он же так пьет, дивись. Он в этого Яника поднимается. Сегодня приехал 160. Ну, правда, упало чуть-чуть. А теперь видней все поднималось. Что там? Ну, больно. И все? Да. Видишь, ничего? Нет, ну, ноги... Может, расслабляются ноги? Ноги такое не расслабляются. Вайтнес там? Как колики. А, парастезия, да. Понятно. Нет, вот это предназначено не выдержишь. Ну, подожди, давай попробуем. Больно? Да не, наоборот, такое же. Так. Да ладно, сейчас надо мощнее чуть-чуть, дай бану. Это баночки? Да, жестокая баночка, как я тебе говорю. Только не надо жестокой баночки. Что там? Ну, оно печет. А тут? Это все буряково стоит, это не может кровь разъедиться быстро, но сейчас минут 20 будет стоять. А? Тут еще может и подрывать, тут вообще больно. Надо провисянцы, может от баночки подрываться, потому что это миофасциальный синдром из-за спазма. Сосуды хрупкие и рвутся от баночки. Синяки будут? Да, что, на дискотеку надо? Нет. Ну, синяки можем быть, да. Может, я с командировки привет, скажи, где лазила? Ну, все сегодня вон эти как появятся, а завтра пожелтеют. Где скажешь? Причила руки. И все остальное. Нормас? Угу. Что еще происходит? Да ноги у меня уже устали так стоять. Ноги устали? Так мы же лежим, а ноги висят просто, стоят, нагрузки на них нема. Сейчас будем седать, подожди. Что там? Добавляется? Ну. Так идут колики? А тепло, холод, мурашки? Ну, конечно, тепло там, где вы массажируете. А вниз не пойдет, там до колен нижче? Не идет? Угу. Только колики? Ну да, ну да. А колики аж до конца или до колен? На левой колене до колена, ага. А на правой колене, непонятно. У меня в бедрах вот тут что-то такое, знаете, как... Как что? Я же не могу описывать. Не знаешь, как сказать, да, что происходит, да?
Что-то непонятное? Да, непонятно. Вот тут, значит. Сейчас, погодите. Перегружать не будем, потому что у женщин 50 на 50, вот так ничего не робил. Как будто танк проехался, или вечером будет, или завтра. Еще и развернусь на спине. Встаем. А ну-ка прошлась, что по ногам происходит. Бачиш, як ноги дивили красненькі, затікають тут ток, а тут беленькі, угу. А це тут ток хуже тут. Ну, пройшлись. Спина краснюча. По рукам легше стало ще? А ну, хто здесь, как, знаєте, как онемевшие шори. Це отходи. Уже забито, тепер отходи. Може і ноги зараз такі стати. І взагалі отут таке стати. Що-то помінялося? У меня какое-то как онемевшее все. Вот так, вот это ты попала. Садись. Садись? Ну, садимся, да. Не удастся так. Сейчас может, ну, все может онеметь. Лоб ложим сюда. А так неплохо, нормально, да? Зрение нормально? Зрение нормально. Слух тоже нормально. Шикарно внесли. Хорошо, потому что это все может страдать тоже. І уха може за цього боліти, не ходять по врачам, нічого, жена була така, я 30. Вуха болять, то одне, то друге. І жидкость пулькатита витікає, збирається, викачують. Тільки один сеанс зробив, раз, перестав, вже не чує, що воно пулькатить. Так що, якщо буде, то і челюсть тріщать, і ком в горлі. І з ушами, і з Альцгеймеровим пазухом. Це перевочить, говорить о тому, що позвоночники нібось просто кам'яне. Ой, що це? Больно, не? Я навіть не можу його помяти. Понятно? І тут усе каже. За компом сидиш? Чи що, за кармом? Ні. Ну, у мене таке. І комп'ютер, звісно, і так. І двигається. І побігати, і встречі, і все. Ну, таке, як наче... Грузчиком робила, или за компом сидела, тут все забитое. Что сейчас происходит? Может в руки, в ноги что сидит, в голову? А? Голова здесь. Что там? Давит голова. Так надо все говорить, что давит голова. Это же не серьезно, ты что думаешь, так? Сейчас буду убирать. Поднимаем. Тихо, чтобы больно. Угу. Перестал. Ну, да, сейчас да. Может хрустить начать, шея с ним, можно сережки поснимать. Не бояться. И может еще будет после сеанса, начне голова болеть. Вот это не надо, если не таблетка была, не пила. Так надо было не пить, я убрал боль. Ну я пила, это было еще.